Во-первых, это все будет очень активно использоваться в политической кампании, то есть друзьям и не более. Все, врагам закон, то есть это обязательно будет использовать. Я не знаю, как будет использовать это на ЗК, я это с трудом слово могу произнести. Как НАБУ это будет использовать, я тоже. Я не знаю, что такое коррупционный суд, потому что у нас обычные суды. Насколько я знаю, 38 судов в областях, на них замок повесили, судей не хватает. То есть где мы найдем вот этих моральных авторитетов, которые будут судить? Зато... Так подождите, еще и к судьям теперь можно будет приходить, да, и декларации в лицо, да, тыкать. Зато сейчас появится категория народных Робин Гудов, которые прочитали декларацию, посмотрели кышак, в стране рвет просто уровень криминала просто огромнейший. Милиция с этим справиться не может, она переодела только людей. И поэтому там совершенно все равно, сколько ты задекларировал там. Я думаю, что большинство сумм кэша задекларировано на будущие периоды. Да. То есть товарищи абсолютно ожидают... Но вы подозреваете, что это проверят те, будущие, которые захотят, да, потрясти наши толстосумы? И вот те, кто это будут проверять, им все равно. Это ожидание будущих периодов или результатов. Они будут бить до того, до тех пор, пока те суммы они не получат. К сожалению, в стране такая криминальная ситуация. Мы немножко приняли решение, немножко несвоевременно. Это всем будет нравиться. Но здесь ряд коттеджных городков под Киевом, декларанты, окружили автоматчиками. Вы услышите об этом, задайте запросы. Ряд наиболее известных, интересных, одиозных декларантов, просто ты едешь туда, городки окружены автоматчиками.